Сегодня в Курган приехали ведущие российские и зарубежные травматологи-ортопеды. В Российском научном центре восстановительной травматологии и ортопедии проходит международная медицинская конференция «Елизаровские чтения». Основная цель – это объединить работников, которые занимаются ортопедией и травматологией, с разных регионов, с разными идеями, с разным опытом, обменяться этим опытом, то есть создать хорошую дискуссию. В этом году делегатов более 200. Это врачи ведущих медицинских центров и научно-исследовательских институтов из 17 городов России, а также их иностранные коллеги из Швейцарии, Франции, Алжира и Белоруссии. За два дня конференции специалисты планируют обсудить современные подходы к лечению сложных переломов, осложнений после аварий, актуальные вопросы эндопротезирования и применения аппарата Елизарова. Гости смогут также посетить мастер-классы по эндопротезированию и увидеть операции, которые делают их зауральские коллеги. Для делегатов конференции операции будут транслировать в режиме онлайн.